Индикатор для бинарных опционов – простая скользящая средняя. Скользящие средние, Moving Average, являются одними из самых первых индикаторов, которые используются трейдерами во всем мире и подходят для абсолютно любых рынков, включая бинарные опционы, потому что он основан на усредненной цене. Существуют различные методы алгоритмов расчета индикатора скользящей средней. Простой, линейно взвешенный, экспоненциальный и сглаженное перемещение. Все эти модификации имеют свои плюсы и минусы, но использовать их все в торговле бинарными опционами не имеет смысла, так как они работают похожим образом. Поэтому подробно мы рассмотрим самую популярную и чаще всего использующуюся трейдерами модификацию SMA. Индикатор скользящих средних присутствует в любом терминале и почти на каждой торговой платформе, в том числе и в терминале MetaTrader 4. Чтобы добавить индикатор на график, необходимо в навигаторе выбрать раздел трендовых индикаторов и найти там Moving Average. Также можно добавить индикатор с помощью верхней панели меню, выбрав вставка, далее индикаторы и категорию трендовые. В открывшемся меню настроек индикатора можно настроить период, это количество баров, которые будут приняты для расчета линии индикатора, сдвиг, данный параметр визуальный, метод, так как рассматривается SMA, то и метод стоит выбрать Simple. Применение к ценам, лучшим вариантом всегда является Close, закрытие цены. Стиль, данный параметр визуальный. Индикатор SMA можно использовать по-разному. Самые популярные варианты это определение тренда, определение моментума, определение уровней поддержки и сопротивления. Теперь рассмотрим каждый из вариантов подробнее. Определение тренда с помощью индикатора SMA. Определить тренд с помощью простой скользящей средней очень легко. Когда тренд является восходящим, то цены находятся выше индикатора SMA и даже при пробитии линии не задерживаются под ней надолго. Когда тренд является нисходящим, то цены находятся ниже индикатора SMA и почти не пересекают линию снизу вверх. В данном случае использовался период 21. Но чем выше период средний, тем лучше она будет показывать тренд, так как ложных пробоев почти не будет. Обратите внимание, например, уже с двумя разными периодами. На отмеченном участке видно, как 21-я периодная средняя белая показывает лишь локальную тенденцию, а 200-я периодная средняя желтая показывает общий тренд. Определение моментума с помощью индикатора SMA. Если говорить проще, то моментум – это сигнал того, что тренд заканчивается или наоборот начинается. Данный метод показывает скорость изменения ценового движения. Для того, чтобы определять моментум движения цены, потребуется использовать три скользящие средние с периодами 50, 100 и 200. Если скользящие средние начинают переплетаться, тренд, скорее всего, закончился и начинается флэт. Но как только происходит отдаление линий друг от друга, начинается тренд. Определение уровней поддержки и сопротивления с помощью индикатора SMA. Индикатор для бинарных опционов SMA может стать хорошим способом для определения уровней поддержки и сопротивления. Но любой период меньше 200 не подойдет для этого. Обратите внимание на график, где использовались периоды 50 и 100. Очень хорошо видно, что есть хорошие отскоки, но пробоев в разные стороны в разы больше. А теперь тот же участок, но уже с периодом равным 200. Цена хорошо отталкивается от уровней, а при пробое ценой индикатора линия сопротивления уже становится линией поддержки. И важно запомнить, что нет смысла искать сильные трендовые движения на графиках меньше, чем М5. Заключение. Очевидно, что индикатор скользящих средних SMA можно использовать как в торговле бинарными опционами, так и на рынке Форекс. Не стоит забывать, что лучшим вариантом проверки любого индикатора или стратегии для бинарных опционов будет торговля на демо-счету. Это позволит не потерять средства, если будут допущены ошибки во время торговли. А правильно подобранный брокер – это основа прибыльной и надежной торговли. Найти такого брокера можно на нашем сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал. Желаем удачной торговли!